пришельцы. На Землю несколько раз прилетали пришельцы из космоса. Первый раз они прилетели, когда на планете рос тропический лес и бродили зеленые бронтозавры. А где же люди, удивились пришельцы? Ах да, еще рано, мезозой. Во время второго прилета они увидели, что повсюду расстилаются саванны, а по ним прыгают антилопы и кочуют полуобезьяны. Опять рано, подождем еще малость. И они прилетели в третий раз. Теперь на планете уже повсюду были города, но дома стояли пустые, на дорогах ржавели остатки автомашин, пахло химией, ветер шелестел продырявленными прозрачными пакетами. Опоздали, поняли пришельцы. Вон белая косточка, вон еще одна. Однако быстро они вымерли. И братья по разуму улетели, захватив с собой чертеж автомата Калашникова, пробу воздуха с фреоном и целлофановый пакет. Решили организовать их производство у себя. Томило любопытство и желание отставать от прогресса. Когда их корабль скрылся из вида, из океана вылезла на сушу кистеперая рыба. Она поднялась на кривые плавнички ручки и оглядела опустошенную, истерзанную землю. Все надо было начинать сначала.